Ульяновская область занимает лидирующую позицию в России по количеству территориальных общественных самоуправлений. ТОСовцы занимаются благоустройством, собирают гумпомощь, раздают продуктовые наборы, участвуют в грантовых конкурсах, реализуют множество социальных проектов. Ассоциация ТОС Ульяновской области провела мероприятие, приуроченное ко Дню общественника, где наградили лучших активистов. Во-первых, конкурс по информационной открытости. Вот тут нас проводили общественники. И второй, мы проводили конкурс непосредственно к Дню общественника, где каждый общественник мог рассказать о себе. Подведением итогов занималась конкурсная комиссия ассоциации ТОС. Она рассмотрела заявки и определила победителей. В конкурсе по информационной открытости выиграл ТОС «Надежда» Сенгилеевского района. За победу им вручили сертификат на 10 тысяч рублей. В другом конкурсе необходимо было рассказать о том, как активист стал общественником, какую работу проводит и чего добился. В номинации победила председатель ТОС «Меликес» Надежда Колесова. В базе ТОСа можно сделать еще много чего другого, не только там облагораживание территории. То есть, ну, как считается, принято считать, что ТОС это только вот они улучшают территорию. Нет, можно заниматься абсолютно любой деятельностью, поддерживать в том числе пенсионеров, и чтобы они тоже занимались, общались. После праздника для активистов ТОС устроили чаепитие. В дальнейшем планируется продолжать подобные конкурсы и привлекать больше участников. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.